Всем привет, друзья. Сейчас 5 утра, и я не планировал записывать, но мне слишком скучно, хочется поболтать. Я обучу аккаунт и решил, что все-таки подрублю запись. А вот что-то интересное получится. Всем заранее приятного аппетита. А тем, кто ложится спать, спокойной ночи. Скорее всего, если этот видос и выйдет, то он выйдет... ночью следующего дня. Ну, или вечером. Не самый приятный мид. Но есть у меня одна идейка. В общем, насмотревшись про матчи вместе с Жорой, я пришел к выводу, что оставлять ботинок на некоторых медовых персонажах имеет смысл. Чему я это говорю? Что в этой игре я, скорее всего, куплю себе фастовый атосик. Какой-то интересный парень. Держит линию, между прочим. По поводу рейтинга, ну, догадайтесь сами, учитывая, что у врагов раз, два, три, четыре жадных кора, то можете предположить, что это не самый высокий рейтинг. Так, так как это Сларк, я куплю себе брейсер и покупаю ботинок. Понимаю. Сделаем вот так вот. Обновил стак. Вообще, Сларк не самый страшный соперник на линии. Только потому, что ему не хватает времени настакать как следует. Если он паунт сейчас потратит еще раз, то скорее всего умрет. Потому что я фулл хп. Дурацкий паунс у него по итогу вышел в сторону. Если бы сюда паунснулся, выжил бы 100%. Потому что я бы не знал, куда он побежит. Что бы хотел сказать? Я думаю, надо подрубать стримы ночью. Потому что я один. Я играю и... Ну, может кто-то залетит. Ночью слишком кайфово, чтобы не подрубать стрим. Спокойно так. Ничего лишнего. Никакой суеты. Опс, не добил, кстати. Короче, хук нельзя тратить. Надо дождаться, пока он паунс нажмет. Так, я хочу себе Атос. Это не самая приятная игра для Атоса. А точно я хочу себе Атоса, а не догон, подождите. Давайте подумаем на секундочку. Точно ли я хочу себе Атоса, а не вот этот вот приятный артефакт, который отлично работает до сих пор. Straight.
Попробуем, может быть, его убить. На тимбере второй уровень, и мне тут видно. Окей. Так, так как я играю... Ой, я целую пачку себе привел в мид. Окей. Играю через догон, мне нужен ботлик. Чтобы была экспа. Ой, чтобы была мана. Что я пнул, поэтому не могу убить его. Не, я мог бы его убить, но я был не фуловый в этом дело. То есть есть шанс, что он меня перехитает. Так, накату пофиг. Побегу просто в топ. Тут лоу левела, поэтому я их спокойно убью. Пока Сларк там лес фармит. Нажался супер криво, но что они мне могут сделать? Я в другом городе. Кстати, мой вард снял. Что тоже не мудрено, потому что это Сларк. Нужно куда-то укром мне ставить. Не самые стандартные места. Оп, изи. Тимбера не знаю, силю или нет. Ну, может быть, я силю, но не стоит того. Ульты не было, была бы ульта. Но видите, не могу его пробить. Слишком большой хил у него. Это у меня рот в четверку еще. То есть рот в четверку и не хватает урона, чтобы... Он еще нажал дарпакт. Так, как бы тут не сдохнуть. Спалил членик, к сожалению. Так, с руны. Тут, скорее всего, заберут наши. А я просто заберу, которые вот здесь. Отпушу медок. Если тут, надеюсь, Сларка нету, то я смогу забрать. Возможно, имеет смысл сначала попытаться забрать вот эту руну.
Потом сделать вот так, вот так и вот так. Забрать эту руну. И убить Джаггера. Если он поудобнее как-нибудь станет. Наранжаю. Хотя, знаете, в идеале убить Вайда сейчас. Он там на фулл фри. Отпушу мид и просто пойду убивать Вайда. Вот, все, на Ката пофиг, потому что Ката... Ой, бабка хорошо все делает. Сейчас я Вайда немножко пранкану. Если получится. Просто вся команда и... Естественно, они просто стоят под вышкой. Какого сюрприза? Он не ждет. Как думаю, и Сларк не ждет. Хотя у Сларка 10 уровень, в принципе, он нормально себя чувствует. Надо дождаться, пока догон откатится, и можно будет убить. А пока можно вот здесь заныкаться. Этим не хватает урона. Если он малыша убьет, то мне бы хватило. Ну, чтобы я хуком попал. Он меня забашил, поэтому я... Он меня забашил только поэтому... Поэтому я не смог его сожрать. Там, и там стоит вард. Теперь мы точно это знаем. Так, 8 секунд, подождем. Смотрите, как отводит. Подозрительно все это. Ну хотя бы отжал. Как тебе такой пранк? Стой, друг. Странно, что я не попал. Не знаю, наверное, я не буду выкладывать этот видос. Просто видос какого-то шизофреника, который в 6 ночи играет на буче. В 5 ночи. Что это вообще такое? Сидит, играет на буче. Пустит на буче. Что это за... Что это за хрень? Опа, это я заберу. Ну, может быть, и выложу чисто напомнить вам о себе и о том, что догон на бучу — это прикольно. Не всегда работает, но против всяких джаггеров и сларков не сказать, что идеальный вариант. Потому что не заберстить. Но в целом имеет место быть. Я там Тимбера видел. Radiant structures are fortified. Немножко страшно. Они все знают, что мы на миду, поэтому играют в боте. Тимбер вообще здесь качается. Там ничего вкуснее для меня нету, поэтому
Они вообще не приходят на мид. Просто фармят. Я боюсь сюда идти, потому что меня по пути убьют. Мы помним, что здесь это находится вард. Ой-ой-ой, там хроны поставили. Мне нужно, чтобы он подсветил. Извиняюсь, парни. Я должен был это забрать. Я должен был это забрать. Не обессудьте. Так, ну из меня пушер такой себе. Рики ДД взял, поэтому должен и пушить. И что на моего саппорта лезешь, дружок? Догон 5 уровня у меня будет на 18 минуте. Качаться вообще не хочу, хочу искать киллы. В принципе, имея догон, нет смысла вообще качаться. У тебя невероятное количество бёрста. Все, что должен делать, это бегать и искать. Бегать и искать. Это джаггер саппорт получается. Что, не борьба с СМ-кой? Дружок, не умри тут. Я старался спасти его, если честно. Ну, в этом случае имеет смысл брать, в моем случае, левый талант. Обычно я всегда беру правый. Но просто у меня 13 флешхипов на 18 минуте. То есть я супер толстый, но от меня легко убежать таким героям, типа Тимбера, Джаггера, Вайда. Поэтому этот талант имеет место быть. Обычно всегда правый. Все, хочу, чтобы догончик прилетел побыстрее, так сказать, для превьюшки. Тут вард, кстати, стоит, но так как это буст и, в принципе, человая атмосфера такая, я никому ничего не говорю. Ну, вард и вард. Кстати, музыка кончилась. Отправим бучу за руной, сами включим. А, не кончилось. Сларк идет. О, Тимбер. Там манговое дерево есть. Надо посадить куда-то. Что мне маны не хватает. Может быть, регенка в топе? Ты ему за то, что манговое дерево не посадил. О, я же сказал. Регенка так регенка. Я думаю, можно книгу забрать в такой ситуации. Никто не должен быть против.
что же взять next слотом? Наверное, может быть, Октарин? Что может меня усилить? Булдстоун меня может усилить, кстати. Давайте пока его дропнем. Ну, вообще линза имеет еще смысл. Догон с миллионной РНЖ кастовать. Забыл это сделать. Ну, впрочем, как всегда. Просто ГГ это нахуй, ребят. Это реально жестко, парни. Топи низ надо снести. Да. Сладко. Да, мид надо сносить, ребята. Мид. Не зря ли я их размутил? Они такие активные, просто я ночью супер... Он, наверное, киллы хочет? Заканчиваем, ребят. Просто ГГ. Больно? Скрипами. Все, отлично. У меня хп никогда нету, вечно, блядь. Я... Тихо, сейчас вой прыгнет обратно. Это правда. А тут хоста лежит, чтобы я на базу быстро сбегал. Сейчас я пойду куплю, короче, это, что это? Кольцо, и все нормально. Ну, я должен выложить этот видос, только ради... Сларк. Дай то, чтобы вам показать вот эту ситуацию. Ребята, вы что, вдвоем нас оставили тут? Я говорю, что вы все ушли. Или нет, не пойду вообще. Я ушел на ТП спокойно. Ну ладно, блядь. Пошли. Я тебя заставил и ушел. Давай, бабка, хорош! Он всеми промазал, что ли? Животные! Ты пошли! Он всеми зарядами промазал. Короче, я должен... Да что же он так кричит-то? Орик, это тебе. Как можно быть таким эмоциональным уже почти в 6 утра? Бро, спасибо. Уже даже 6:40. Я должен выложить этот видос, потому что я дважды запредиктил руну. Только ради этого. Ну, очень милые ребятки. Просто активные очень. Прям заряженные на победу. Я за игру ни одного слова не сказал, ничего не написал, а... Сейчас пойдет ставить вард. Смотрите, какой активный чувак. Да. Нету. Мне нравится, они... Дальше еще. Отойди. Вот они реально получают эмоции от игры, знаете? Я себя чувствую на фоне их таким уже дедушкой, который... Ну, который, ну, типа, умер я и умер, там, вот это вот все. Кидай! Мужички кайфуют. Наверное, блинк нужен потом. Помогай, ребят, помогайте, блин. Вон, Джаггер. Ну, в топ сейчас пойдет, а я в смоке. Тут только слабо. Давайте топ спушим. Мид надо садить, мид. Какой топ, ребят? Да, надо все топ-2 снести и тогда давить. Топ-2. Да, погнали. Отличный камбэк, кстати. Просто тупо и все, да. Ну как он нажимает в тучу, блядь? Крипов оставьте мне, пожалуйста. Не знаю, я почему-то кайфую от такой атмосферы. Возможно, вы этого не прочувствуете?
как? Ну тут надо объяснить, блядь. Уходи, уходи. Жестко. Пушите быстрее, толп. Ты нет. У меня, кстати, 240 урона. Помиду надо, помиду, ребят. Нормально, нормально. Именно. Да, на эта катка вообще не... Не о скиле. Очевидно. Нахрен. О, ты апка, блядь, а почему я там? Что я сделал? Посмотрим, блядь. Почти выпукал реки, но... Ты это почему? Давай, давай. Вот я к этому говорил, что я уже не радуюсь таким вещам. Просто они... унизили пацанов, ебать. Посмотрите, как они кайфуют. Топ несите, топ. Он дрон пушит. Реально чувствую себя на фоне их дедушек. Хотя я уверен, что они, ну, старше меня. На несколько лет. Ну, 30 минут. Одно. 30 минут, за 30 минут снесли. Да. Ну ладно, даже не на несколько, а на лет 10. Мы до этого не могли снести, у нас просто пуш потенциал какого-то вообще. Пуш потенциал. Пуш потенциал. Да хуй бояться, сразу сказал, что это. Оу. Я говорю, не надо бояться реплой ходить. Да. Мы пошли триплой и разнесли харду, и там скобабтер сломится и вы... Всё. Всё. А чё, куда ушли? Будем сносить? Вниз надо. Да-да. Всё, вот зайди. Нахуй, давай. А вас сносить нахрен за дальше, нахуй. Хуля. Бля, не успеваю. Вниз надо. Надо помогать. Назад, давай. Отойди. Вниз. Назад, Рикки, нах. Забейте, давайте не снесем. Посып. Ну да, блять, надо все туда, сана закачивать игру. Вот этот вот баг. Красиво. Я как будто с Серегой играю. Серега джунглером. О, дай мне эту хуйню, пад. Я дам ему вот это. Потому что я дропнул, я виноват. Дам ему ветку. Чё, сносим? Да, не дропнул. Хочешь меня кинуть? Я в камеру встал, видите? Интересно, сколько там перефарм? 1040? Не, у меня вообще фарма нету, бля. На нижней базе, похоже, стоят. Поэтому, мне кажется, ничего не знаю. Бей, ты че, ёпта? Я думал, оставить кому-то кил. А, у меня туча, есть. Давай, сука. Я хочу забрать бустончик свой. Если что, на всякий случай скажу, что я
что я не... Я просто не ожидал, что он меня кинет. Что я не... Ну, не горжусь этой каткой в плане... Очевидно, в каком скилле может быть идти речь. В каком скилле может идти речь, если счет 11.58. Убили, ладно. Просто забавно. Забавно. Ой, ты жестко. Кстати, классный сет. Воид нулевый, вообще ноль. Похоже на... Бедный воид, пиздец. На манты антимага. Как он реально стоял с нами. Ну, просто с мужичками поиграли, считайте. О, блядь! 11.60. 32 килопад. Ну вообще нормально, блядь. Красава. Плюс рампак. Дабл рампак вообще-то. Ну, они об этом не узнают. Интересно, кто-нибудь из них смотрит аналитику? Я часто об этом думаю. Там, может быть, может, даже кто-то из них смотрит мой канал. Спасибо за игру, слишком легко. Все, ребятки. Не знаю, выложу я это или нет, но всех обнял. До следующего видоса, на всякий случай.